Привет, меня зовут Вика, мне 15. С начала этого учебного года я начала ходить на курсы формулы творчества в Центр дополнительного образования. Здесь я познакомилась с творческими ребятами, которые прямо искрятся от идей. Если честно, сначала мне казалось, что некоторые меня не примут и осудят, но это не так. На курсах мы учимся правилам съемки и монтажа, совместное чаепитие устраиваем. Мы очень часто помогаем проводить городские мероприятия, участвуем в различных конкурсах. Мне очень понравилась поездка в Екатеринбург на фестиваль молодежной журналистики. Люди, хватит сидеть дома. Начните творить. Возьмите в руки камеру или телефон. Выйдите на улицу, и может вы увидите ту проблему, о которой захотите рассказать всем. Снимайте смело. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.